Хей, йоу, гайс, с вами Шимки. Итак, сразу проверяем. И да, все нормально. Я посмотрел, куда идти нам. Оказывается, чтобы пройти дальше, нам нужно попасть в Богомольский город. Ну, я сейчас помню, что мы тут гусеницу одну пропустили. Я еще как раз здание нафармил. Это долго, много на самом деле. Скорее всего, в прошлой серии еще звук часов у меня был. То, что я забыл их убрать. Поэтому как-то так. Наша цель. Мы поднимаемся наверх, город Утада, на самый верх. Вы спросите, зачем? А я отвечу, нам с вами нужно вернуться и отнести всех вот этих червячков, чтоб нам дали денежку. Может, так я хотя бы... Ну, я надеюсь, конечно, на то, что мне дадут эти 200... Даже не 200, стоять, вру. Так, убью этих сейчас насекомых. И эту муху. И все, по идее, мне должны дать сотку. Потом мы вернемся в город, купим светлячка и отправимся. Я ж... О, маска, часть маски, ништяк. Отлично, все, да. У нас вышло. Что мне нужно? Понятно, что дело, что нам на выход нужно идти. Отправимся быстро на выход с помощью вездевого питомца. Призовем нашего. Дизуна и отправимся. Нам нужно будет еще собрать 900, чтобы купить обычный ключ, чтобы было все GG. Так, если не ошибаюсь, у тебя, да? Панчендел. Так, давай фонарик. Да. Пойди так. Но это не питомец, так? Фонарь. Ну да, это полноценный. Короче. Отправляемся в поездочку. Да, в прошлой серии мы бы немного побегали, но... Ладно. Какая игрухля со свободным миром без... Просто побегать туда-сюда. Так, вокзал Королевы. Ой. Вокзал Королевы, и через вокзал Королевы мы сможем с вами отправиться в город Богомол. По идее, город Богомола сразу находится где-то здесь. Как я посмотрел, где-то вот этой вот части локации. Где-то здесь. Есть спуск вниз. Туманный каньон. Но видите, дело в том, что я не вижу здесь ничего. Похоже на проход. Ну да. Освещает фонарь. Да, кайф. И что мне делать получается? И что мне делать? По идее, Богомол вниз, это здесь должен быть. Я посмотрел, спуск здесь находится. В грибном. Здесь это бабка. Здесь спуска тоже нигде нету. А куда мне идти? Почему мы никуда не можем дальше продвинуться? Потому что у меня нету этой клешни Богомола сраной. Некоторые подумают, зачем она мне вообще нужна? Она нужна нам для того, чтобы забираться по стенам. Потому что там из босса должен выпасть какой-то типа... Клычок или типа что-то того. Да, чувствую, я на этом месте сгорю. Ладно, поехали вниз.
вот эти просто сраные грибы. Опа, кассета. Извини, что... Так, разминулись. Если собираешься с пути, загляни в наш магазин. В Грязмути и купи карты нужной тебе области. Цены у нас просто замечательные. Слышь, цены замечательные. Куда мне идти? Ох, чувствую, у меня пригорит на этой тоже серии. Если нет, то я вырежу момент. Скорее всего, начиная отсюда, если... Куда идти? Наша жопа горит. Наша жопа горит. Ладно, погнали. Когда просто побежали. Когда просто побежали, просто-просто. Так, по идее, правильно бегу. Так, отсюда я смогу пройти по верху. Там у нас гриб. Он довольно простой, простой. Ой, 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 ой. Ладно, хилюсь. Ладно, ладно, хилюсь, хилюсь и побежали. Здесь это на самом деле мне эта локация вообще это место. Не пойми, куда идти, ничего. Понятно, непонятно. Так, отлично. Здесь мешок спит. И все. Здесь у нас тупор. Почему у нас здесь ступор? А потому что я не знаю, как забираться дальше по этим грибам. Ё-моё! От них нужно мечом отбиваться! Вау! Да ладно! Окей. Ух. Но он в основном тоже как и тот. Просто взрывается. Теперь все ясненько. Так, ну это будет. Так, она туда бежит. Я, значит. Вниз это по-любому придется идти. Так, там еще где-то. Блин, прикольно, оказывается, я не... Ты, главное, не знал, что их можно атаковать. Так, это я... Рез, да, сделал? Полетел. Так, энергии набрались. И получается, нам нужно в эту сторону идти, либо вниз. А, пойдемте сюда. Так, здесь кончается путь скитальцев. Перед тобой лежит сердце Хэллоунеста. Ступай же вперед и присоединись к его славе. Но тут закрыто, мне нужно то, что я ищу. Как раз я сюда ехать не нужно было попасть. Он мертвый.
Мне вот сюда и нужно было попасть. На самом-то деле. Ай-яй-яй. Ладно, отхилиться. Будем, короче, фармить теперь на ключик. Нет. Вот черт. Я просто вижу единственный такой способ убить. Эш. Если б я раньше знал, я бы не тупил. Так, что это за стресс у нас? Что это у нас за стресс? Куда-то наверх, да, идет? Так. А, письмеца это... Вот черт, вот откуда я знал? Вот... Просто не ударив бы это... Только главное, еще нужно вовремя попасть. Это тоже дело не из простых. Ага, здесь уже все, ку-ку. Приехали. Здесь мне тут нужен крюк. Так, тихо. Оп, оп, оп. О, кованка. Эх ты. Запрятали как. Вот эта механика удара, типа, нужно тоже как бы... Главное понять. Так. А теперь вопрос, как мне сделать так, чтобы не упасть. Главное, чтобы меня еще не коцнули. Отлично. Ништяк. Просто ништячок. О, черт. Так бы сейчас я взорвался. Ой, начинаются богомолы эти. Начинаются богомолы. И главное то, что я не знаю, какие у них атаки и все такое. Что это? Это просто... Вынес мозга его атаки. Ну ладно, хорошо, более-менее, но привыкнуть можно.
Они в основном атакуют где-то со стороны. Добро пожаловать, путник, ищущий смерти. Да прибудет с вами быстро погибель от наших клешней. Внушающее у вас, конечно, вступление. Но они очень быстрые, эти жуки, поэтому нужно с ними тоже быть очень таким осторожным. Так, там спуск резкий такой вниз. Черт, не буду маяться. Ай-яй-яй-яй. Они сильные. Они сильные богомолы. Тык. А, то есть... Я наношу врагу урон только при взрыве. Ясно. Тоже такой моментик. Лавочка. Блин, я думал, лавочка. Плохая у меня предчувствие, если я сейчас туда спущусь. Очень плохое. Я просто там потом уже не заберу. Да и все. Проблемные вы жуки. Главное то, что они длиннорукие. А мне, знаете, вот это уворачиваться тоже не очень так хочется. Да ниже пойду. Еще лавочку найти. О, лавочка. Так, отлично. И тут у меня тоже есть спуск, и здесь тоже проход. Кто-то плачет. Ломается. Не открывается. Осмотреть. Трюкач. О! Ай, ихняя вонючка тоже урон наносит, ё-моё. Кто знал? Я лично не знал. Так, здесь мне походу нужно все-таки будет этот с крюком возвращаться. Трюкач. Чтобы к вот этой, кто наверху рыдает, прилезть. Прийти и прилезть. Так, окей. Да, вон у нас древних деревня богомолов. Пойдем тогда в нее.
держи. Это долго. Вот что, ну что это за херня? Ну это жесткие атаки у него. Он длиннорукий. Ладно, не страшно. Поехали. Поехали, поехали. Так, а сверху проход тоже, да, есть? Ну ладно, один раз увернулся, А, мне бы все равно вниз пришлось бы спускаться. У-ху-ху-ху. О, там еще рычаг. Слышь? Длиннолапый. Так, здесь мне не даст. Спускайся. Мне все равно к тебе туда не попасть. Ладно, у меня полный запас ХП. Если будет вдруг босс. Опа, там что-то есть. Я что-то вижу. Это те крюки, которые мне нужны. Это то, что мне нужно. Здорово. Клешня богомола получена. З. Когда стак на стену, нажмите З. Теперь мы можем просто скакать по стенам. Полезная на самом деле штуковина. И мы много теперь можем сходить. Мы можем много куда сходить. Так, а вниз пойти? А здесь что найти? Окей, допустим. Мне денежки нужны. 900 так точно. И главное, что это можно совмещать теперь в этот кувырочек. Ну, типа... Спринт. И скалолазание. Я не хотел. Могу я отсюда О, могу, фух. Так, зачем мне... Я не хочу с ними драться. Ладно, плевать. Мне нужно отсюда выбираться. Тут где-то был проход, вот он. Наверх. А где это я? А, неважно. Главное, что я вышел на поверхность. Теперь я могу залезать туда, куда я не мог раньше залезть. Да. А, ну здесь я все равно залезть не могу. В принципе, ничего не изменилось. Тихо-тихо, там, вон, видите, лежит что-то. Ауч. Это что, дерево? Что это за дерево такое?
Так. Дневник странника. Ладно, хилимся. И лезем выше. Ладно, коцнули. Да, вот это будет прикольно ползать теперь по карте. Так, есть где-то лавочка есть. Так, а мне вниз не нужно было, да? Погнали. И можно с ними уже не драться. Просто кувырки, кувырки, да и все. Так, сюда, да? Я ходил или нет? Нет, это город. Мне нужно ниже. Вот сюда мне нужно. Так как я теперь могу лазить, я могу тут пройти. Ой. Жесткий, жесткий. Да вас тут еще и двое. Вот и все. Ай, черт. Теперь думай, как туда попасть. Да ё-моё. Ух, сложечно. Так, а я забыл. Я должен сейчас запоминать дорогу, да? Допустим. Ух. Хилимся. Отлично. Ох, прошу, не проси меня. Ты забыл обо мне? Я знал, что забудешь. Все вечно обо мне забывают. Ох, кто ты? Твое лицо, ты так. Ох. Извини, я потерялась. Не знаю, как я тебе... как я тут ощутилась. Ты здесь, чтобы спасти меня? Бретту? Ту, которую все просто не замечают? Извини, когда я посмотрела на тебя, я просто не могу поверить, что ты здесь лишь для того, чтобы спасти меня. И я не думала, что кто-то... Извини, то есть спасибо. То есть мне лучше уйти. Ну, обратно в город. Пора бы домой. Спасибо. Неку. Отлично, мы спасли. Мы можем сейчас пойти до сохранялки. И теперь нужно подумать, что делать. Если смотреть... Так, вот нам дали жучий трюкач. Так, очень похож на
чудаковатого жука, известного лишь как трюкач. Носитель может чаще... Так, носитель может чаще передвигаться рывками и даже делать рывок вниз. Отлично подходит для тех, кто хочет передвигаться быстрее. Опа, я хочу померить. Допустим, этот я уберу. Я и поставлю. А что это дает? Компас. А, мое местоположение точно. Ну да. Ого, пипец он как много раз это делает. Давайте пускай, может тогда этот будет у меня. Или хотя... Блин, как доп урон. Эх, не знаю. Давайте. Я этот уберу, ладно, так уж и быть, этот поставлю. В следующей серии мы с вами отправимся куда? Закрытую там локацию, я вот вижу, еще проход есть снизу. В деревне Богомолов. Так, потом. Мы можем теперь походить. А в большинстве только нам еще нужно получить крылья, чтобы летать. И будет вообще зашибись. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.